капитан, герой Советского Союза. Родился 29 марта 1917 года в Ижевске. Когда началась Великая Отечественная война, Андрей Алексеевич служил в запасном авиаполку в качестве летчика-инструктора. С каждым днем оттачивалось его летное мастерство. Андрей Ахмаметьев участвовал в освобождении Смоленска, Белоруссии и штурме Кёнигсберга. Совершил 214 боевых вылетов на бомбардировщике П-2 на разведку и аэрофотосъемку. Обладал высокой хитростью летчика-разведчика, работая по фотографированию переднего края обороны противника. Неоднократно подвергался губительному огню зенитной артиллерии и атакам истребителей противника, но ничто не могло остановить его выполнение полученного задания. Капитан Ахмаметьев принимал бой, уходил на свою территорию и снова возвращался к целям разведки. Указом Президиума Верховного Совета СССР от 23 февраля 1945 года за образцовое выполнение боевых заданий, командование на фронте борьбы с немецкими захватчиками и проявленный при этом отвагу и геройство, капитану Ахмаметьеву Андрею Алексеевичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая звезда».